Вот еще один подлещик. Съемку я не успел снять, как обычно. Клюнул неожиданно. Ну, побольше, больше, чем тот. Всем привет, друзья, начинающие рыболовы. Вот и у нас выдался отличный солнечный денечек весенний, майский. До этого лили дожди. А сегодня, как только солнышко вышло, я сразу на рыбалочку махнул. Приехал на свой водоем. Что-то рыбаков нет никого. Попробуем мы сегодня половить, потому что дальше опять обещают дожди. Вон стойки я уже установил. Ловить будем с вами. Вот такая у меня маховая удочка. И на мою вот старую проверенную с поплавком для дальнего заброса. Для маховой удочки я еще взял вот такой вот крепеж для удочки. Воткнем его в землю. Удочка легкая, чтобы в руках ее без конца не держать и не сносило. Мы ее вот так вот закрепим потом. Там на стойку поставим, а сюда вот конец воткнем. Вот у нас маховая удочка. Такую оснасточку я сделал тонкую. Сейчас мы ее разложим. Оп. Ну, сейчас мы размотаем все, чтобы нам удобно было. На маховую удочку мы будем с вами ловить с глубины, попробуем. А на удочку для дальнего заброса попробую я с пол воды ловить. Здесь буду использовать опарыши, там постараюсь использовать хлеб. Все. Вроде же забрали. Осталось только саму удочку. Вон рыба плещется, в основном на середине. Да, сюда насадим опарыша. Вот я одного взял. Кто-то насаживает. Прячу крючок, кто-то не прячет. Я обычно прячу крючок. Мне что-то почему-то так больше нравится. Вот так вот мы его насаживаем. Насадил, и первый наш заброс. Далеко бросать не буду. Вот так вот забросил, и нашу удочку ставим на нашу постамент. И вот так вот делаем. Как раз она у нас стоит. Ее сдувать не будет. И удобнее будет вытаскивать по прикормке. Сварил я пшено с горохом. Вот им буду прикармливаться. Нашу рыбу. Вот такая вот у нас получилась горох. Уже лепится. Пшеном. Сейчас прикормим. Кину пока один. Там посмотрим. И начнем раскладывать нашу удочку для дальнего заброса. Для дальнего заброса глубину такую где-то выставлю. Вот. Сантиметров 30, наверное. Попробую с пол воды половить. Что у нас получится, не знаю. И ловить я попробую на хлеб. Прижимку.
Сейчас батончик достану. Это у меня был. Вот батон. Простой. Отломили от батона кусочек хлебушка. И вот так вот его насаживаем. Там посмотрим, может быть, поменяю потом наживку. Вот у нас получилась прижимка. И наш первый заброс дальний. Ну, не совсем дальний, но пойдет. Стоит поплавок, слава богу, как говорится. И все, как говорится, ловись, рыбка большая, маленькая. О, выложил поплавок. Что-то есть. Что-то мы с вами тащим. О! О, клейка какая. Хорошая. Только забросил. На опарыша и сразу же поклевка. Выкладывает поплавок у клейка. Крючок у меня маленький. Вот теперь можно садок наш распечатать. За место садка я взял такое ведро. Такое вот. Сейчас нашу клеечку туда. Закрывается. И веревочка у меня есть, чтобы воды набрать. Набрали воды. Все. Рыба наша, как говорится, в надежном месте. Поставим, чтобы удобно было. И будем делать следующий заброс. Вон, забросили опять в то же место, где у нас поклевка была. Если я не ошибаюсь, не успел забросить, по-моему, опять поклевка. Точно. Следующая поклевка. Повело, повело у меня. Хорошо клюет так. Идет. Поплавок у меня. Оп, есть. Только забросил. О, еще одна. Ой, упала. Стоять, Зорька. О, поймал ее, короче. Вот она. Не успел забросить. Туда же. Сейчас. На хлеб не клевало, поменял на опарыша. И сразу же две поклевки подряд. Под опарыша вот такую вот баночку себе приспособил. Из-под бойла. Чтоб удобнее было. Вот сейчас следующего насадим. О. И забросим. Глубина, наверное, метр у нас. Забрасываю в одну и ту же точку. Стараюсь.
исследует поклевки. Сейчас мы на маховой удочке поменяем. Чуть-чуть глубину сделаем. Оно клюет, вообще-то выкладывает обычно. Две поклевки, два выклада было. Опять поклевка. Притапливает поплавок потихонечку. Повел. Оп, есть. Мелкая. А это у нас подлещик мелкий. О, какой мелочь. Мелочь мы отпускаем. Пускай идет, растет. Ведет. Ведет опять. Только забросил. Оп, есть. Что-то клюнуло. Еще одна в нашу копилочку. Уклеечка. О, жирнее, жирнее пошла. Стоять. Зорька, сейчас мы тебя распакуем. О. Мрыкается вовсю. Все, наше ведро. Есть. Ух ты, что-то крупное. Фрикцион работает. Что-то хорошее. Ух ты. Аж фрикцион у меня заработал. Сработал. Ух ты, подлещик. А я подсак, как всегда, не взял. Вот он, можно сказать, зачетный подлещик. Фу. Стоять, Зорька. Можно сказать, зачетный. Сейчас мы его распакуем. Вот он! Хороший подлещик. Рыбаки пришли, спрашивают, что ловит. Са. Вот он. Хороший какой. Аж фрикцион у меня загудел. Ведро его сопливый. Руки вытрем, как обычно. И будем ждать дальше зачетного. Поплавок плохо видно. Очередная поклевка по ходу. Повел. Вправо повел. Но не топит. Непонятно, клюет, не клюет. А вроде что-то сидит. И хорошая. Или хороший. А, уклейка. О, очередная. А? Ну, клювал-то я не пойму. Не то клюет, не то не клюет. О, дверь. Пускай плывет этот зверь, а мы продолжим дальше нашу рыбалку. Ну что, буду я заканчивать нашу утреннюю рыбалку. Вот я уже почти что сложился весь. Вот, клевало с утра, часов до 11, потом клев прекратился. Покажу, что поймал за это время.
Вот. Вся наша рыба. Ой, куплик убегает. Половину я отпустил. Вот. Подлещик. Ничего такой крупненький. Все, кровь у нас прекратился часов в 11.